і ранок буде. Буде добре. Марк Фейгін, російський правозахисник. Марк, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, всіх рад привітати. З приводу заяви Джо Байдена, я гадаю, що вона була зроблена не випадково, можливо, прозвучала саме перед Вільнюським самітом, тому що чому Україну не беруть до НАТО? Тому що бояться якоїсь там ескалації. Але чи не повинно бути тут навпаки, щоб не допустити ядерної війни, так, про яку говорить Скабєєва і Байден, то Україну було б варто взяти вже до Альянсу? Ну, видите как, мы исходим из логики войны уже идущей. Запад исходит из логики только войны, которая может случиться. Для войны, которая уже идет, безусловно, членство в альянсе Украины было бы важнейшим решением по окончанию войны. То есть, что война может на этом прекратиться, потому что, понятно, Украина, попадающая в условия обеспечения коллективной безопасности Североатлантическим альянсом, получает в этом смысле решающую поддержку и военную, и политическую, и всякую другую. Как бы она бы потом ни выражалась. А Байден и ряд его западных союзников, хотя вот сейчас говорят, газета «Монд» опубликовала, что Украина поддержала вступление до НАТО Украины, тем не менее держится той опасности, что если форсировать процесс приема Украины в НАТО, это приведет к эскалации конфликта вплоть до Третьей мировой и, так сказать, обмена ядерными ударами и так далее, и так далее, и так далее. Я, кстати, не верю и не считаю, что аргументом для неприема Украины в НАТО является, как некоторые, будем выражаться так, эксперты заявляют, не соответствующие этим высоким стандартам Украины, там коррупция, инфильтрация и все, это все ерунда. Это вообще вторичный, третичный вопрос. Нужно решать вопросы безопасности, а безопасность, конкуренции, вопросов там, коррупции, есть она, нет, потом после войны будут разбираться. Нет, я думаю, что, конечно, главным аргументом является опасение того, что Москва, понимая, что страны НАТО могут вовлечься непосредственно в войну в Украине с Россией в случае членства Украины в НАТО, может прибегнуть к ядерному оружию, собственно, об этом и говорит сам Байден, перекидывая это в сторону Беларуси, говоря о том, что Россия допустила размещение ядерного оружия на территории прежде безъядерной страны. И это является путем к эскалации. И он говорит, что угроза применения оружия реальна. Слово «реально». Вы понимаете, нам не доверять Байдену нет оснований. Хоть он и там и говорил, это в контексте высыхания какого-то там реки или озера Колорадо, да? Да. Ну, несправедливые вещи. Бог с ним там с Колорадо. Оно высохло, а потом наполнилось водой. А вот ядерная война – это не шуточная вещь. И здесь не вопрос прогнозов и не вопрос вангования, а вопрос вообще вполне реального, так сказать, начала вплоть до термоядерного конфликта. А поэтому нас это куда сильнее заботит, хоть и нам очень жаль Колорадо, и что там с ним делают, даже не представляю, что там происходит. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что, безусловно, такие заявления Байден делает не на основании своих ощущений, а, безусловно, после анализа разведсообществом той информации, которая к нему стекается, как президент Соединенных Штатов Америки. Значит, и до войны, я напомню, ее начало, Байден достаточно точно заявлял о том, когда она начнется. И поэтому мы, исходя и из других его заявлений такого же рода, прогнозных и провиденциальных, если хотите, мы к его словам относимся серьезно. Значит, действительно что-то, чем располагает американская сторона, свидетельствует о том, что намерения такие у Путина есть. Другой вопрос, а есть ли такие возможности? Намерения намерениями, но так ли уж опасные боеголовки, которые размещены в Беларуси? Безусловно, они могут нанести ущерб, это тактическое ядерное оружие. Они могут улететь и в Польшу, и там, в Литву, я не знаю, в Украину. Принесут ли они гигантский ущерб и приведут ли они к войне? Это еще надо посмотреть. Я не думаю, что для этого эти возможности могут быть использованы. Но сам по себе ядерный шантаж и риторика, к которой прибегает раз за разом Путин, даже если он говорит об опровержении, как заявляет Скабеев, а зачем ты вообще об этом говоришь? Ты зачем вообще об этом говоришь? Достаточно один раз было сказать все, конечно. Але вона додає, рука не дрогнет. Не дрогнет, да, у него не дрогнет. Ну, посмотрим. Ну, так вот и ответ на вопрос. В каком случае у него рука дрогнет? Она дрогнет, если он будет знать, каким будет ответ на эти действия. Понимаете? Uh-huh. А он должен быть максимально
большим, чем само это действие. Вот у него не дрогнуло, а у тех, у которых ответят на это, должна не дрогнуть 10 раз, понимаете? Понимание этого заранее, оно остановит от любого ядерного конфликта. Ну, например, конкретно. Если на саммите НАТО в Вильнюсе, на который хочет повлиять активно Путин, будет принято решение об ответных мерах в связи с размещением ядерного оружия на территории Беларуси, то есть ядерное оружие будет размещено в Польше, в Литве, в странах Балтии и других, в Румынии, еще где-то. Ну, так погодите, вопрос с его применением, он, мягко говоря, сильно осложнится. Сразу возникнут другие соображения на предмет того, а вообще говоря, зачем это все нам, да? И не будет ли последствия от попытки его применения или даже просто шантажа, не будут ли гораздо большими ущербом, нежели который хотела бы нанести российская и белорусская сторона своим противникам. Но мы пока не слышим об ответных действиях. О них говорится не публично. Заявляются только самые общие вещи относительно такого либо превентивного или последующего удара в связи с попыткой использования ядерного оружия. А сейчас, мне кажется, время пришло, когда надо публично обозначить А, Б, С, что с ними сделают. Это не обязательно, что именно это сделать. Может, специально обмануть и сделать другое. Но нужно уже, чтобы публично прозвучало, что имейте в виду, что если вы прибегнете к ядерному оружию, мы вас всех убьем. Выбирайте, и мы шутить не будем тоже. Раз так, ну, значит так. Вот мне кажется, что вот время такое, уже спустя почти 16 месяцев войны, пришло, когда эти вещи нужно обозначить публично. На саммите НАТО очень подходящий, кстати, повод и очень подходящее место, где об этом надо сказать. Тут ще цікаво, що ця заява президента США Джо Байдена збіглася із заявою Кирила Буданова про те, що замінована ЗС і що росіяни можуть вдатися до підриву ставка, чи то, можливо, зробити якусь імітацію. Чи дійсно вони можуть вдатися до цього кроку, аби перевірити, от які будуть відповіді? Ну, ви знаєте, в зв'язку з тим, що призначено Каховський ГЕС, ми не можемо к этому відноситися несерйозно. Каховскую ГЭС-то они взорвали. Они ее сначала заминировали, а потом просто взяли и взорвали. Ну, по своим соображениям, совершенно очевидно, они ее взорвали для того, чтобы не допустить удара на Херсонском направлении. То ли оно слабо было защищено, то ли они хотели передислоцировать резервы с Херсонского направления на Запорожье. Мы не знаем до конца, но то, что это было связано с контрнаступлением, в этом нет никаких сомнений. Потому что они взорвали, и по их же словам, с 4 июня там вроде как началось контрнаступление. Я это связываю напрямую. Не знаю, как другие. Я думаю, что это и являлось основной причиной, потому что разлив воды – это потеря, значит, изменение планов, потеря плацдармов, там, ну и так далее. То есть, это вещи уже военные, географические, всякие другие. А могут ли они взорвать Запорожское АЭС? Вот тут ведь тоже нужно, для того, чтобы ее взрывать, нужно, чтобы что-то происходило. Ведь вот они же взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы что-то не происходило, чтобы не началось контрнаступление. И сама Каховская ГЭС, и там, не знаю, левый берег Днепра и вплоть до перешейков не был захвачен украинскими военными. Логично? Логично. Все-таки рациональное начало, которое в этом должно присутствовать, какое-то хотя бы, оно должно быть. И если мы говорим о том, что они собираются защищать Запорожскую АЭС, не отдавая ее силам, вооруженным силам Украины, не уступая, или там МАГАТЭ, в конце концов, то взрывать они будут при угрозе захвата этой АЭС и этой территории. Выразимся так. Ну, не знаю, там с Николя части пойдут или с другого места. Не важно. Наверное, логика такая. То есть, это все делается для того, чтобы, ну, отчасти не достанься же ты никому, или там, а пусть будет хуже, а ничего вам не оставим, пусть все будет разрушено, и европейцам нагадим. Ну, какая-то такая логика. Ровно из этого мы исходим, когда Гурмов заявляет о том, что заминирован на территории Крыма, в Армянске, завод «Красный Титан», или как он называется? Так. «Крымский Титан». Боюсь соврать, там, если аммиак разлетится, тоже, знаете, мало не покажется. И без того последствия Каховской ГЭС, взрывы Каховской дамбы, они чудовищные. Последствия среднесрочные, долгосрочные, чудовищные. Уже отравление воды и питьевой, и морской, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а уж, конечно, если рванет какой-то из блоков АЭС Запорожской, то это будет усугублено в разы, понимаете? И с водой, и с воздухом, и с... значит, почвы, и экологическая, и всякая другая, и так далее, эпидемиологическая, химическая, и так далее. Могут они на это пойти? Да.
Но только если у этого будет прямая цель. Вот которая появилась у взрыву Марк, Каховской. Марк, а тут землі. Є мета. І от перед вашим включенням я показувала для наших глядачів, знову ж таки, вирізки із російських пропагандистських шоу. Вони, звісно, кажуть, що це Україна буде підривати ЗС. І кажуть, що чому підриватимуть? Тому що оголосять про витік радіоактивних речовин, спровокують міжнародне співтовариство на розслідування. А під час цього розслідування потрібно буде припинити бойові дії. І, відповідно, за цей час... Ну, як вони кажуть, Україну нашпигують новою зброєю, і вони будуть готові йти далі у наступ. Але ми все це перевертаємо і розуміємо, що це вигідно для Росії дійсно зупинитися, перегрупуватися, ну і також зупинити цей контрнаступ. Так логіка проста. Ну, понятно, пропагандисти, їм яка різниця, що говорять, їм що написали, то і говорять. Так если вы понимаете, что Украина хочет совершить эту провокацию, так оставьте Запорожскую АЭС, передайте ее МАГАТЭ, договоритесь. Какие проблемы? Так же, как Каховскую ГЭС вполне можно было вывести из-под ударов. А что они на ней находятся? Кто на ней находится? Вы, извините, на территории находитесь. Передайте Запорожскую АЭС, представьте МАГАТЭ, вот этот Гроссий туда ездит и так далее, и не будет этой проблемы. Тогда всем будет очевидно авторство этой провокации. Почему Каховскую ГЭС не передали? Почему Запорожскую не передать? Ну, это не выдерживает критики, потому что если вы контролируете, вы за все отвечаете. И за эти энергоблоки, и за обеднение воды для охлаждения этих реакторов. И за все отвечаете вы. Не Украина отвечает, а вы отвечаете. Потому что вы ее заняли, эту Запорожскую АЭС. А зачем вы это сделали? Понимаете? Поэтому разговоры про провокации, они в пользу бедных. Потому что на самом деле цель очень простая. У России. Это отбиться от контрнаступления украинцев, да, чтобы не потерять эти территории военным путем, потому что, ну, это и военный аспект имеет, и политический, и геополитический, и много чего другого, и связано с властью в России. Поэтому они совершают эти преступления, и военные, и против человечества, и так далее, ровно для того, потому что если они взорвут Запорожскую АЭС, и облако радиоактивное полетит в Европу, ну, могу себе представить. Между прочим, ровно нужно было долбить в колокола, когда произошло на Каховской ГЭС, это катастрофа, да, ну, взрыв этой дамбы Москвой, чтобы предотвратить последствия в виде новой, такой же спровоцированной искусственной аварии, но уже на Запорожской ГЭС, гораздо более серьезно. Честное мнение, в Европе она пришла где-то далеко, до нас не долезть, уже вода разлилась, ничего страшного, на лодках поездим. Ну, в принципе, так это выглядит. Я не говорю, как это на самом деле, но выглядит так. Вот. А ровно поэтому Москва может посчитать, что взрыв на Запорожской АЭС не будет так же страшно воспринят, как и в случае с Каховской ГЭС. Понимаете? Но в данном случае, мне кажется, последствия гораздо будут более серьезными. С атомом вообще шутить не надо. Вот. Мы это видели уже. И поэтому с этой точки зрения все вот эти их разговоры про то, что Украина хочет совершить какую-то провокацию. Ну, все же просто оставьте территорию, отдайте эту Запорожскую АЭС, и дальше уже зона ответственности будет действительно Украина. Произойдет там что-то или нет. Вот что-то мне кажется, что никогда больше, если бы украинские войска, украинская власть вошла на территорию Запорожской АЭС, никаких аварий бы там не произошло. Угу. Вот так я считаю. До речі, Андрій Андрійович Пінковський у своєму телеграм-каналі написав таку цікаву думку, що це буде не ЗС, а це буде інша АЕС, яка знаходиться у Курській області. Він говорить, що Путін може піти саме на це, аби підірвати її, щоб знову ж таки звинуватити усьому Україну. Але він пише, що зупинити ось цей небезпечний замисел Путіна можуть саме Пригожин і Кадиров. Ну, я не думаю, мне по-другому кажется, что на территории России Путин бы решился шутить, так сказать, с Курской АЭС. Ну, только если притворно, вообще ничего не взрывать, а сказать, что взрыв был. Да, ну, что-нибудь такое. Потому что последствия непредсказуемые, понимаете. Одно дело на чужой территории, но все-таки подальше от собственных границ. А тут как бы на территории России с этим, знаете, неизвестная цепочка реакций, куда пойдет это облако, может, над Кремлем повиснет, понимаете, радиоактивно. Так что тут есть... такая, понимаете, ну, опасность игры, особенно с атомом, неважно где, но на территории России-то точно. Потому что тебе придется справляться с этими последствиями. Еще никто и не поверит, что Украина может совершить такую провокацию. Потому что вы же на вашей территории, под вашим контролем-то тоже и Курская АЭС находится, понимаете?
Но она же под вашим контролем, под российским, а не под украинским. Угу. Поэтому ответственность тоже их. А вот используя это как повод для чего? Чтобы что? Вот эта провокация, она объявлена Москвой, чтобы Кадыров, Пригожин, сложно это, понимаете? Мы видим по тому, что они делают, у них все схемы простые. Повторяю, Каховскую ГЭС они взорвали, они бы ее не взрывали, если бы не контрнаступление. Она бы так и стояла, ну, стоит Каховская ГЭС. Они ее взорвали только конкретно из-за того, что боялись, что Херсонское направление, вот это направление на юге, может стать эффективным для вооруженных сил Украины. Может, там меньше войск стоит, может, там тяжелее оборонить, я не знаю. Это можно уже пусть военные эксперты изучают. Но они боялись наступления именно на этом направлении. Ну и возможность была остановить его таким простым путем. Взрываешь, вода разливается и чао. Ще до однієї цікавої заяви вже від Шойгу. Каже, що начебто Україна планує бити по території Росії і по території тимчасово окупованого Криму американськими хаймарсами та британськими штормшедов. І каже, що якщо таке станеться, то це означає пряме повноцінне втягування США та Британії у війну. Але бити ми будемо по центрам прийняття рішень у Києві. Ну, по-перше, вони вже рік, як говорять, що вони вже й ведуть війну з Сполученими Штатами та Великою Британією. По-друге, дійсно, чому він каже про центри прийняття рішень саме в Україні? І по-третє, вони не проти того, щоб ми бомбили територію Росії своєю зброєю? Во-первых, Украина будет, если у нее будет такие возможности, бомбить территорию Крыма. Атакамсами, там, химарсами, чем он там сказал, ракетами дальнего радиуса действия, торшендовым и так далее. Будет, если будут такие возможности. В этом нет вообще ни единого сомнения. Раз. Второе. Американское и британское оружие дает ли основания, используемое Украиной, говорить о втягивании их в войну? Непосредственно нет. Американцы, европейцы и так далее в Украине не воюют. Предоставлять оружие Украине, в том числе и дальнобойные ракеты, они имеют право в соответствии с уставом ООН. Просто имеют право. Потому что страна, которая является жертвой агрессии, имеет право, на нее не накладывается эмбарго на поставку ей вооружений. Все. Поэтому здесь вопрос о том, втягивается, не втягивается, он разрешен в международном праве. Никаких вариантов тут нет. Понимаете? Имеет право Украина получать оружие. Дальше что? Если вы считаете, что этим самым втягиваются в войну эти страны, ну так попробуйте нанесите удары по центрам принятия решения в Лондоне, в Вашингтоне и в других местах. Попробуйте нанесите. Ну так мы это в первом вопросе отвечаем. Увидите, что будет. Они прекрасно знают, что будет. Если они собираются наносить удары по центру принятия решения в Киеве, погодите, а 15 месяцев они что делали? Вот это до этого. Вот они по Гурмову вдарили два раза, как они говорят, в марте, в апреле, по-моему, я. А что, до этого, что ли, не стреляли? А до этого, что ли, они не по центрам принятия решения удары не производили? Вот тоже мне все время интересно, какие такие другие еще есть центры, по которым они еще не наносили, но могут начать наносить? По банковой? Ну, попробуйте, попадите в нее. Попробуйте. Вот там стоит система ПВО, Патриот, все остальные. Попробуйте, попадите. Ну, то есть, это разговор в пользу бедных. Это так же, как Путин сказал, что если, говорит, территория России будет подвергнута вот этим дроновым и ракетным, и артиллерийским атакам со стороны приграничных, ну, приграничной области и дальше же, вглубь России, со стороны Украины, то мы должны будем создать санитарную зону. Что за санитарную зону? А это где? А сейчас то, что они занимают почти 19% территории Украины на юге и востоке, это не санитарная зона, они еще какую-то санитарную зону хотят создать. Ну попробуйте, создайте. В Киеве попробуйте, создайте. Во Львове попробуйте создать. Увидите, что с вами будет, вот и все. А что до этого вы ее не создавали, эту санитарную зону? Сил не хватало, отводили только. Жесты доброй воли и перегруппировка. Ну поэтому это не более чем риторика, поскольку совершенно непонятно, что за этим скрывается. Ничего. Ну, так они же не прекращая бомбят территорию Украины с первого дня войны. Тогда я не понимаю, а что еще можно там? Они убивают, стреляют по подъездам, убивают мирных людей. Убивают и военные объекты, убивают и военных, убивают и гражданских. Ну, все убивают. Мосты, дороги, заводы. Центры принятия решений, если бы могли бы, они вот сейчас, в эту минуту бы выстрелили. Они просто не могут пробить ПВО иностранные. Вот и все. Никаких других тут в этом объяснений нет.
Тут хочу додати про те, що у України насправді є можливості використовувати своє озброєння по території Росії, а дійсно по території Криму ми можемо бути і американськими, і британськими, тому що у Пентагоні вже відповіли на цю заяву Шойгу і сказали, що Крим – це Україна, тому тут немає ніяких заборон. А з приводу того, що ми можемо застосовувати на території Росії, то вчора з'явилося повідомлення від Укроборонпрому про успішне застосування ударного дрону із дальністю ураження на 1000 кілометрів. Ну, тобто, долетить далі Москви. Ну, знаєте, во-первых, хто сказав, що Україна не може создати, в тому числі із іноземних узлів і деталей, ракети, які полетять на цю дальність? Будуть ли там комплектуючі іноземні? Ну, і можуть і бути, і далі. А ракета может собираться непосредственно в Украине. Какие проблемы? Даже если ограничения какие-то действуют со стороны Запада, неприменение средств, которые вы перечислили ударами по территории России, все равно это будет происходить. С неизбежностью, рано или поздно это к этому приведет. Вот говорили, а будет ли война на территории России? Я с первого дня говорил, что рано или поздно она будет. Это все приведет, все действия России приведут к тому, что на территории России будут идти военные действия. Вот они в Белгородчине шли, в Брянске, дроны летают, каждый день что-то взрывается, каждый что-то день горит. И ракеты будут прилетать на территорию России. Чем дальше война длится, тем выше вероятность ударов непосредственно по территории России в глубину и на 700, и на 1000, и более километров. Ну, потому что война заставляет Украину, во-первых, приобретать вооружение, создавать их, покупать их, получать их в виде помощи военной, но в том числе и покупают. Некоторые виды вооружений покупают, создаются, приобретаются комплектующие, там, военные, двойного назначения и так далее. Рано или поздно такие ракеты у Украины появятся, даже с иностранными комплектующими, а она их использует по удару по Кремлю и по территории России. Войну прекратят, и тогда все это прекратится. А если войну не прекратят, рано или поздно по Кремлю прилетит такая ракета. Ну, я условно говорю, это не по Кремлю, по Рублевке, там еще куда-нибудь, по Минобороны и так далее. Прекратите войну, и эта перспектива снимется. А не прекратите, ну так и будет это. Ще про центри ухвалення рішення. Ви згадували про удари по Гурмо, і дійсно The Economist написали, що Росія двічі хотіла влучити ракетами по будівлі ГУР в столиці 29 травня цього року. Це була невдала спроба, тоді летіли балістичні крилаті ракети і безпілотники. Того разу вони ледь не влучили в офіс та сусідній автомобільний міст. Ну, ми бачили відео, що там ракета у воду потрапила. У березні 22-го року була також атака на штаб розвідки. Тоді вилітали вікна, обвалювалися будівлі, а люди, які начебто чекали у приймальні на зустріч з Будановим, падали на підлогу. А от насправді Росія ж раніше не вдавалася до таких атак, щоб бити саме по, там, по СБУ, по Офісу Президента, по ГУР. А зараз чомусь вони почали це робити. А чому? Вони хочуть теж якось зупинити контрнаступ чи змусити до переговорів? Нет, ну удары может что-то пролетать, понимаете, ПВО может и не оборонить какие-то объекты, но смотрите, там же гораздо существеннее было другое, они говорили, что они убили Буданова, или потом они говорили, что отправили его в Германию лечиться. Также они говорили по Залужному. Ну, о чем говорить, если оба показались публично и сказали, что нет, мы живы и все с нами в порядке. Ну, Москва пытается действовать всеми методами. Была бы возможность убить Залужного или Буданова, они бы, наверное, это сделали, это логично. Понимаете, остановит ли это контрнаступление, я очень сильно в этом сомневаюсь. Это может внести смятение, какую-то кадровую чехарду, но отменить задачи, которые ставятся стратегически, они не могут. Поэтому убийство отдельно взятого военачальника не может отменить задачи по контрнаступлению, освобождению, деоккупации территории Украины и так далее. Это невозможно. Я думаю, все, что сейчас делается, вот сейчас конкретно, направлено на то, чтобы справиться с опасностью контрнаступления украинского, чтобы оно не оказалось эффективным и не привело к результатам печальным для Москвы. Все делается для этого. И обстреливается, и информационная война ведется, и все это ИПСО, оно направлено именно на это, ни на что другое.
Запитаю вас наостанок про Пригожина та Кадирова і про Шойгу, про цей конфлікт, який між ними існує. Буданов сказав, що він реальний, що це не фейк. Але останнім часом була заява Пригожина з приводу українського наступу, що наші воїни дійсно підготовлені і роблять все грамотно. А ще була історія з тим документом, що начебто добровольці мають підписати договір з Міністерством оборони Росії. Пригожин відмовився і він натомість відправив якийсь інший лист Шойгу, але який невідомо, що він там міг йому написати. Ну, що казати конфлікт, ну, він ж публічний, що тут, ніякої загадки нет, ми же видим, як вони припираються, поэтому конфлікт реален. Мені кажется, Пригожин проигрывает этот конфлікт. Мое личное мнение, я и раньше говорил о том, что Пригожин не сможет в этом конфликте противостоять ни аппаратно, ни другими способами. Те, кто ему, может быть, и гарантировали и безопасность, и, скажем так, крышу в этом конфликте, мне кажется, они от этой крыши отказались, и, по-моему, Пригожин сейчас теряет, потому что он не находится на фронте, в том смысле, что его части активно не вовлечены в так называемую специальную военную операцию, его поставили перед выбором. Получаешь деньги, получаешь возможность участия и все остальные к этому дивиденды. Дружочек дорогой, для этого надо подписать до 1 июля контракты с Министерством обороны. Потом последовало заявление, что он там 32 тысячи контрактников из числа лиц осужденных отправил по домам после истечения 6-месячного срока контракт. Ну, они амнистированы, точнее, помилованы и так далее, и так далее. Но мы до конца не понимаем, в чем игра, поскольку какой-то контракт Пригожин отправил Шойгу, он его показывал только в самом общем виде на своих видео, кепки Пригожина в телеграм-канале. Но, видимо, это отыгрыш идет. Если ты отказываешься подписывать этот контракт, что ты за контракт тогда предлагаешь? Что ты тогда суетишься? Ну, держи марку, рассказал, что не будешь подписывать контракт, так не подписывай его. Зачем же ты меняешь по ходу, переобуваешься? Мне кажется, Пригожин в какой-то момент понял, что теряет в весе. У него, может быть, публичность сохраняется на том же уровне, которая была. Хотя, опять же, дело такое, знаете. Сегодня есть, завтра нет. А вот в аппаратном весе он совсем все проиграл. А в чем его выигрыш? Я его не вижу. То есть, он конфликтует, и он не при должностях. А эти люди с ручкой, самопиской могут принимать решения. Я думаю, что развязка недолгая. Мы увидим, к чему все придет. Кстати, показателем является и действие самого Кадырова, который отпрыгнул от Пригожина, от всей этой темы еще 9 мая, когда сделал первое против Пригожина заявление, такая инвектива и прозвучавшая относительно того, что они готовы занять позиции в Бахмуте. Вот, и обращался к Путину, что типа, пусть ЧВК уходит, тогда это был конфликт из-за снабжения и всего остального. Ну, а потом вы помните, как это все развивалось, и выступление Делимханова, который, видимо, действительно ранен где-то и лечится в Бурденко, и Даудова, потом вся эта история, значит, с Ахматом, подписавшим контракт с Минобороны, ну и так далее. Я думаю, что это в одном ряду. И я не вижу, чтобы сильно аппаратно какой-то выигрыш получил Пригожин. Я этого не вижу. Марк, я вам дуже дякую за розмову і спасибі за те, що ви долучились до нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Марк Фейгін, російський правозахисник, був із нами на зв'язку.